Предлагаем крутую подборку 20 товаров с сайта AliExpress и начинает наш обзор. Вероятность проткнуть колесо на горячих дорогах или бездорожью очень велика, поэтому чтобы не мучиться с пробитой шиной посреди дороги, можно заменить обычную камеру на камеру нового поколения. С самозаживлением после пробития колесо способно сохранять давление даже с несколькими воткнутыми гвоздями. Но чтобы заклеить прокол, нужно только немного нагреть его, и он сразу закроется. Чтобы жизнь кота была уж точно не скучной, изобретатели придумали вот такой пончик, в котором прячутся палочки с перьями. Игрушка непростая, и имеет разнообразные веселые режимы. Перья беспорядочно вылезают из 6 выходов, тем самым не давая понять кошке, где эти перья будут в следующий раз. Дно легко скользит по полу, поэтому гаджет с помощью кошки может случайным образом перемещаться в течение дня и оказаться совершенно не там, где вы его оставили в начале дня. А это универсальная машинка, при помощи которой можно приготовить домашнюю лапшу или спагетти, макароны с дырочками или выжать сок из ягод и фруктов. Меняя насадки в машинке и имея готовое тесто, можно приготовить любимые макаронные изделия дома, из натуральных ингредиентов и без химических добавок, которых в современных продуктах больше, чем натуральных. Обувь для тех, кто хочет почувствовать себя защищенным, кроссовки защитят от сильных ударов, падений кирпича и даже от наступаний на гвозди, они просто погнутся, секрет терминаторской обуви прост, в кроссовки вшиты стальные пластины, защищающие ступню, пальцы и лодыжки от внезапных чрезмерных нагрузок, а за счет специальной конструкции, сила удара не придется на одну точку, а равномерно распределится по всему ботинку. Сумка для скрытого ношения документов. С такой сумкой-кобурой можно не опасаться, что вас очистят карманники. Она имеет множество карманов, все выходы которых хорошо чувствуются. Поэтому украсть что-либо без вашего ведома просто не получится. Насчет надежной фиксации. Сумку можно носить под одеждой, где она будет практически незаметна. В поездках такая сумка придется как нельзя кстати, особенно прогуливаясь по окрестностям гетто. Как открутить закисшие шурупы или винты, ломать отвертку, пытаясь сорвать резьбу, все намного проще, нужно просто купить ударную отвертку, которая гораздо быстрее и качественнее справляется с поставленной задачей. Ударная отвертка с наконечниками служит для откручивания сильно закрученных винтов при помощи ударов по обратной стороне отвертки, и есть реверсивный механизм, в набор входит 13 сегментных бит из очень прочной стали. Полезный товар от Xiaomi – ультрафиолетовая ловушка для насекомых. Xiaomi обещает, что она будет заманивать насекомых и расправляться при помощи встроенного вентилятора, подойдет для людей, у которых аллергия на запах фуметокса. При получении этого товара, сразу принялся разбирать его, чтобы посмотреть, как все устроено. Ничего особенного, внутренне не нашел, лишь вентилятор и небольшой ультрафиолетовый диод. Черт знает что, но эта ловушка действительно работает, видимо, все гениальное простое. Во время похода самое неудобное – это не отсутствие электричества, а невозможность нормально помыться с помощью портативного переносного душа. Теперь можно ходить хоть в кругосветку. Гаджет оснащен встроенным аккумулятором на 2000 мАч, рабочую часть душа можно погрузить в любой емкость с водой, будь то канистра или открытый водоем, при включении устройство сразу начнет подавать воду с хорошим напором. Товар, который повысит комфорт передвижения на велосипеде, подседельный штырь, за счет рычага управления, высоту седла можно менять, во время движения и не слезать с велосипеда, не тратя на это время, больше не придется, все работает при помощи газлифта, как на офисных стульях, рычаг регулировки выводится на руль для большего удобства. Чтобы продавать больше кофе, нужно искать способ сделать это оригинальней, поэтому предложение напитка или десерта с красивым ярким, а главное очень точным принтом, мгновенно выделит кофейню среди конкурентов и повысит ее узнаваемость. В режиме реального времени клиенты в социальных сетях будут делать бесплатную рекламу, выкладывая селфи с кофе, на котором изображен их портрет. Чтобы начать печатать, нужно поставить готовый напиток на специальную платформу принтера через планшет или мобильный телефон, загрузить изображение, через 20-30 секунд в зависимости от сложности картинки напиток с изображением будет готов. Автономный прожектор, работающий на аккумуляторе. Такой прожектор имеет 24 светодиода и 2000 люмен света отдачи, чтобы осветить свои 10 соток. Хватит и трех штук, благодаря мобильности устройства.
можно использовать где угодно, на даче в походе или на пикнике. Аккумулятор заряжается от сети, а минимальное время для работы по заверению продавца 4 часа. Прожектор оснащен защитой от пыли и влаги IP65, поэтому дожди ему абсолютно не страшны. Квантовая лампа – это просто набор светодиодных шестиугольников с возможностью включения касаниями. Светильники можно активировать в любой последовательности и освещать только нужные участки, что очень хорошо ночью, когда яркий свет особенно неприятен. В набор входит 10 шестиугольников, и все их можно подключить к одному источнику питания. Можно докупить дополнительные элементы и обклеить ими всю стену. В современных палатках пытается учесть в удобстве и компактности, поэтому совместив ее с гамаком, получается вот такая классная штуковина с тремя плотными канатами, которые нужно прочно привязать к деревьям или закрепить на отвесной скале, если кемпинг экстремальный. Главный плюс такой палатки в том, что насекомым пробраться в нее будет просто невозможно, а змеям и ящерицам придется очень хорошо постараться. Чтобы во время пикника на речке плавать было еще интересней, можно взять с собой вот такой коврик, который ни при каких обстоятельствах не утонет в воде. С этим ковриком можно совмещать плавание и занятия спортом прямо на воде. На таком ковре можно не просто лежать и загорать, но и бегать и прыгать, и даже делать сальто. Он настолько прочный, что выдерживает все эти манипуляции, а если привязать коврик к лодке с мотором, то можно устроить мини-серфинг. На сегодняшний день камера может быть установлена внутри почти любого предмета, даже очень маленького, в мебели и даже замаскирован как обычный шуруп. Вот такая камера недавно появилась на Али меньше, чем за $20. Сенсор гаджета передает изображение на крошечную схему, которая имеет собственное хранилище и может передавать данные по Wi-Fi. Камера не только снимает весьма качественную картинку, но и умеет писать звук, в ней ведь также встроенный микрофон. Elfin Book – это стираемый многоразовый блокнот с пластиковыми страницами, которые позволяют использовать эти страницы до 500 раз каждую, а ненужные записи можно просто протереть влажной тряпкой. Блокнот не боится влаги, и записи можно в нем делать обычной ручкой. Процесс стирания тоже происходит посредством любой спиртосодержащей смеси, например, антисептик для рук. Для любителей частых командировок пригодится дорожная сумка Transformer, которая помимо основных отсеков имеет еще несколько дополнительных. Забиваем все внутренние карманы. На основную часть кладем более объемную кладь, застегиваем молнию, и сумка готова к поездке, если этого места не хватит, то есть также внешние карманы, которые тоже можно забить своими вещами. Сумка имеет несколько вариантов цветов и размеров, поэтому подобрать такую под себя точно получится. Когда уже лень крутить педали, но до дома еще не один десяток километров, то заранее установленное мотор-колесо позволяет совершать прогулки на байке куда более расслабленно. Комплекты апгрейда для обычного велосипеда электро позволяют развивать максимальную скорость до 65 км в час без кручения педалей. Дальность пробега зависит от емкости аккумулятора, составляя в среднем 20-40 км, если же немного помочь велосипеду, то дальность пробега увеличивается почти в два раза. В любом хозяйстве пригодится компрессорный пескоструйный пистолет. Пескоструйный пистолет под большим давлением выбрасывает песок и за счет этого очищает поверхность от коррозии, налета или краски. Прекрасно удаляет остатки ржавчины и краски на углах и стыках, струйная насадка сделана из закаленной стали, а удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу. Обычный тостер – это уже неинтересно, поэтому был создан тостер для хот-догов. Выглядит он очень стильно, корпус сделан из нержавеющей стали, а сам тостер имеет целых 5 режимов прожарки булочки и сосиски, так же как и во всех тостерах. В этом имеется таймер, чтобы хот-дог не пригорел, стоит, конечно, в 3 раза дороже обычного тостера, но и результат у этого гаджета гораздо интереснее. Стильные термокружки из нержавейки станут отличным украшением стола подростка. Такую кружку сложно разбить, а за счет нержавеющей стали она не испортится. Очень и очень долго. Кружки сложно отличить от обычных алюминиевых банок, поэтому не выбросьте их по запарке. Если вам понравилась подборка, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.